Вот, можете рассказать вкратце о ситуации, почему планируете ли вы расширение, насколько большим будет расширение, что именно планируется и почему, как вы думаете, жители выступили против этого? Ну, расширение никакое не планируется. У нас есть определенная территория, которую мы имеем на этом свидетельство о собственности, документация соответствующая, она везде зарегистрирована. Никакого расширения территории нет и не планируется. На той территории, которая у нас есть, возможно, мы планируем, что это будет строительство храма. Когда это будет, так сказать, не можем. Вот. При этом, ну, видимо, людей неправильно информировали и что-то неправильно поняли. А почему вдруг вот это сейчас произошло? Была какая-то информация, или, может быть, вы недавно анонсировали строительство храма? Почему вдруг сейчас люди собрались? Я не знаю. Недавно были публичные слушания, и, возможно, та информация, которая прошла, была неверно понята каким-то образом. Я связываю это именно. А публичные слушания по поводу строительства храма были, да? Нет, публичные слушания были относительно территории, находящейся вот границы окружающей нас улицы. Никакого отношения к храму и к храмовой территории эти слушания не имели. Угу. А что именно помимо храма здесь планируется, что-либо еще строить? Нет. Нет. Вот жители просто говорили, что здесь вроде как дорогу хотят проложить через парк. Вы об этом не слышали? Ничего не знаю. Я слышал другие какие-то версии. Я, к сожалению, данной информации не обладаю и не могу вам дать какого-то точного ответа. Понятно. А в каких границах вот планируется строительство храма? Это вот то, что забором. За забором. Да. То, что за забором, это уже не наше. А вот там, где забор заканчивается, у дорожки, там тоже как раз заканчивается эта самая территория. Я правильно понимаю, да? Ясно. И представьте, пожалуйста, как вас зовут. Меня зовут протоиерей Дмитрий, я настоятель храма священномученика Космисратовского, который... Понятно. Спасибо. Пожалуйста.